Настал долгожданный момент. Сейчас Никита будет ловить двухметровые молнии от больших трансформаторов Тесла, которые вырабатывают 2 миллиона вольт высокочастотного переменного напряжения. Поэтому, чтобы выжить и не обуглиться, Никита одевает металлический костюм. Итак, это вы сами плели, что ли? Нет. Металлические звенья от молнии сильно нагреваются, поэтому под низ нужно пододеть много одежды и перчаток. Согласно теории Фарадея, опасный ток потечет по кольчуге и не заденет человека. Если мне в шею... Просто приляжь и отдохни. После удара в шею ты не сможешь шевелиться. А как долго я не смогу шевелиться? Пока мы тебя не поднимем. Потому что когда лежишь ударенный, ты не понимаешь, что происходит. У тебя даже ни одной мысли в голове не будет. Честно сказать, я волнуюсь. Этой шапки. Нос не высовывай. Видишь, ты вот такого делать нельзя. Категорически. Я не хочу вот это, Да ладно, расслабься, Никит, все нормально. Может, лучше сначала ту, потом вот эту? Да безопасно все. Так, кто из вас отвечает за меня? За мою жизнь? Никак. А? Кто? Ну, наверное, Александр. Я бы на самом деле волос пригладил, ну ладно. Все, что надо отгореть, отгорит. Не значит, было лишнее. Так, ну что? Ничего не забыть. Вперед! Давай, Никит. Запускай! На максимум. Пошло ты. Все равно так жутко, когда возле тебя молнии фигарят. И прям очково так, очень-очень очково. Очень громкий звук? Звук не очень громкий, я сверла в ухе не слышал. Когда смотрел, молния прям вот сюда вот фигарила, мне страшно было, да. Я чувствую себя рыцарем-супергероем. По-другому объяснить не могу. Я, конечно, уже пускал молнии из пальцев, но не такие. И тут Никита решил залезть верхом на трансформатор и оседлать молнию. Чтобы вы знали, я очень очковый. Очень-очень. Поступи. Она немножко шатается, так что не переживай. Это нормально. А палку деревянную ему? Да я так хочу. Ну дай ему 6, что ли. Все, включай. Тихонько. Максимум. Если я здесь упаду, кто сразу выключит? Катушка просто дальше работать не будет. Она в резонанс настроена. Ребят, хочу порекомендовать установить приложение Avcent и зарабатывать, скачивая игры, выполняя несложные задания. Деньги легко вывести на телефон, WebMoney или Kiwi. Скачивай прямо сейчас, введи промокод Kreosan и получи бонус. Ссылка в описании. Ну а под конец мы решили кое-что взорвать. Шарик немножко пропускает. Так не надо, потому что так под глаза точно попадет. Так, всем очистить.
конфликт был, когда ты ногу поднял, с нее вообще конкретно молния. Ногу, да, поднял, и ты чуть не сжег ботинок, кстати, при этом. И вопру повредил, по-моему, в этот момент, да? Хочу поблагодарить центр Tesla Hall за предоставленное оборудование. В скором времени мы планируем покорить настоящую грозовую молнию, запустив тонкую проволоку в тучу, и покажем ее разрушительную силу, направив подопытные предметы. Подпишись, чтобы увидеть первым.